Труба проходит рядом с вашим домом? Да, где-то она проходит 1,70 м от дома. Она не начала течь, да? Она начала течь где-то, соответственно, с 1 октября 2016 года. Запитан вокзал, Ветлянка. Мы запитаны совсем от другой трубы. Вот где мы сейчас с вами стоим, здесь проходит труба тоже. Ну, а вас там подтопило, да, как-то? Конечно, подтопило. У меня полный подвал. Я всю зиму плавала. Вода в подвале была. Ну, естественно, мороз вот это все распирало. Это все было не для слабонервных, конечно. 16-го года такая вот продолжается. Да, ситуация. Это вот с 1 октября 16-го года. Но сейчас они все сделали, сейчас ничего не течет. Сейчас, ну, кто знает, течет, не течет, еще там ничего не понятно. Потому что еще снег там, как поймешь, течет или не течет. Ну, сделали. Сейчас весна начнется, будет оттепель, да, и скорее всего. Хотелось бы верить, что будет все хорошо. Прокуратура города на основании поступивших обращений жителей был установлен факт протечки центрального водопровода ОАО РЖД. Вот забор, вы видите, за моей спиной. Данный водопровод осуществляет водоснабжение более 10 тысяч жителей города Блошова. Благодаря своевременному вмешательству, координации прокуратуры города, органов местного самоуправления, течь была устранена, нарушенные права восстановлены. Водоснабжение продолжается.